Еще один фирменный магазин предприятия «Белореченское» теперь открыт для покупателей. Праздник по этому случаю собрал у дверей нового павильона около полусотни горожан. Первые посетители могли принять участие в розыгрыше ценных призов, среди которых товары для дома, бытовая техника, продуктовые наборы от известного производителя. Я просто сегодня даже не ожидала, что я выиграю приз. Вообще неудачница. Тут просто мне так очень повезло. Это ура! Мне эта продукция очень по душе. Молоко очень вкусно, сметана, как домашняя. Все прекрасно. Сегодня покупатели все чаще делают выбор в пользу местной продукции, ведь она не только вкусная, но и полезная. Это дает возможность постоянно расширять производство. Более того, за счет экономии на доставке и дистрибуции «Белоречье» предлагает своим покупателям максимально выгодные цены. Ну, часто покупаю в магазине «Белоречье» молочную продукцию в основном. И хлеб еще вот около дома у нас есть. «Белоречье» там хлеб. Всегда свежее молоко, творог, сметана, йогурты, мясная продукция, овощи и многое другое. Все это вы найдете в фирменных магазинах «Белоречье». Многолетний опыт агропредприятия позволяет предлагать покупателям продукты высшего качества, которое, к слову, подтверждено Министерством сельского хозяйства Иркутской области. Сельхозпредприятие «Белореченское» является партнером торговой марки «Продукция при ангаре». Это гарантия высокого качества местных продуктов питания, их натуральности и пользы для здоровья. Для удобства покупателей торговая сеть «Белоречье» открыла кафе, где ангарчане смогут выпить чашку ароматного кофе или молочный коктейль, а также попробовать бургеры и френч-доги исключительно собственного производства. Предприятие «Белореченское». Выбирайте местное.